Добрый день, гости и подписчики канала. 18 марта, с утра дождь. После обеда выглянуло солнце, и я поехал на озеро Трофей. Температура воды повысилась до 9 градусов, ветер северо-запад. Проверяю прозрак воды. Расстояние от воблеров до камеры 1 метр. Опускаю на глубину 1,5 метра. Прозрачность воды до 1 метра. Начиная с орбита, в цвете золота. На мелике щучка до кило. Ставлю орбит в цвете слоновая кость, багрю промазавшую щуку. Меняю несколько воблеров. Несколько раз щуки сопровождают приманку до лодки. Упираюсь в шакал РВ Миноу в цвете Маттайгер. Тихий, с ярко выраженным роллингом. Он появился у меня недавно и хочется разловить красавца. По заявлению производителя, рабочая глубина пол 1 метр. Реально он идет на 1,5-2 метра. Поэтому длинных пас не делаю. Поводок флюр, спиннинг повыше. Поклевка щуки под 1,5 кило. Перехожу на реренч. Мощная поклевка, яростное сопротивление. Увожу щуку от травы. Икринная самка на 2 кило, длиной 64 сантиметра. Если не похолодает, то через недельку она пойдет на нерест. На трофее щука в прошлом году нерестилась при температуре воды 10 градусов. Сегодня 9. Намотала.
сумерках ставлю инквизитор в цвете пайк с белым брюшком. Атака щуки до кило. Шикарный закат. Выводы. Температура воды 9 градусов, вода помутнела. Выход щуки на закате. Весна рваная и холодная. Преднерестовый жор начался. Икряные мамки попадаются. Из-за скачков погоды жор растягивается во времени. Всем ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на мой канал.